Знакомьтесь, это Иван. А это его недовольная жена Марина. Иван работает без выходных, а на отпуск до сих пор не накопил. Марина переживает, но ей сейчас нервничать нельзя. Задумался Иван, вот бы свой бизнес открыть, на себя работать. Но начинать самому рискованно. Нюансов много, да и совета спросить не у кого. Рассказали Ивану друзья о франшизе для начинающих предпринимателей «Грузчиков сервис». Стал сайт изучать. Работают с 2010 года. Партнеры по всей России и много городов еще свободны. Бизнес у компании особен. Услуги грузчиков и разнорабочих. Спрос огромный. Клиенты заказывают у грузчиков сервис нужное количество сотрудников разных специальностей. В указанное время на склад приезжает бригада для выполнения работы. И так по всему городу каждый день. И главное, для открытия бизнеса всего 150 тысяч нужно. Съездил Иван на обучение в Санкт-Петербург и начал работать. Первый месяц было непросто. Пришлось Ивану во всем разобраться. С клиентами центральный офис помог. Дал сайт и рекламу настроил. Где грузчиков брать, тоже объяснили. Чтобы всем управлять, предоставили IT-систему. А главное, начальником стал. Уважать начали. И Марина довольна. Можно и детей растить, и мир посмотреть. Станет ты представителем грузчиков сервис в своем городе.